Какие продукты местного производства вы приобретете к новогоднему столу? Я к новому столу приобрету Прилужского района. Там продукция всегда нормальная, свежая и хорошая. Зеленецкий однозначно. Ну, потому что давно уже пользуемся этой продукцией, как бы вполне устраивает и цена, и качество. Молочка, в принципе, сыктывкарская. Вот. Ну, хлебобулочные, как бы тоже сыктывкарские. Ну, большинство, как бы, мы вот используем вот как раз такие вот местные. Привозное редко что берем. Фабрика Зеленецкая обязательно. И молочка сыктывкарская. Из местного? Ну, молоко, сметану, творог. Короткировскую сметану, короткировское молоко. Ну, прежде всего, конечно, это зеленецкая продукция, это обязательно. Вот, в основном покупаем и сыктывкарский завод молочный, всегда. Я колбаску зеленецкую, и это форель наша нюхчинская. Что еще? Мяско тоже наше. В общем, я предпочитаю все наше, сыктывкарское и молоко. Ну, сметана, как бы она не особо еще сметана, а молоко всегда беру, ряженку. Зеленецкие. Ну и как, посмотрим по ходу дела, что будет. Даже не знаю, ну, наверное, может быть, что-то и копченое мясо какое-нибудь. Вот, с Зеленецкой вот, птицефабрики. Ну, как-то еще я не продумывала меню на Новый год, поэтому так сложно сказать. Вот. Ну и, не знаю, рыбу, наверное, еще какую-то. Вот, и все, ну, может быть, в приготовлении я тоже буду использовать продукт местную, там, масло, например, как у нашего завода молочного, молоко, сметану. Рыбку? Ну и, может быть, тортик? Что-нибудь для детей молочное? Зеленецкую, может быть, колбаску какую-нибудь. Молоко мясное будет, как обычно. Хлеб, естественно, сыктывкарский. Что еще? На рынке, может, мясо куплю. Обязательно капусту квашеную пригородную, помидорчики, лук зеленый, свеколку. Ну и, наверное, куриное что-нибудь. Ну, семгу, наверное. Что еще? Что местное? Ну, рыба там, форель. Можно. Ну, яйца в салатах. Что еще? Ну, мясо можно, оленину. Рыбу. Ну, немножко зеленецкой.